Так, это МКС 24. Января. Да. 2024. Смотри, как он засвечен. Сейчас буду убирать выдержку, ничего себе, ISO 125. О, я это потерял. Сейчас найдем. Международная космическая станция. Убрал выдержку. Стараюсь не дышать, но долго не получается. Сейчас красиво мимо Луны будет пролетать. Да что ж ты будешь делать. Наверное, не получится так, что и Луну видно было. А вот Луна и МКС летит. Ну ладно, Луну мы потом отдельно снимем, сейчас уделим внимание МКС. На стоп-кадре потом будем разглядывать. 400 километров над землей со скоростью 27 тысяч километров в час летит наша красавица. Так, ладно, сейчас я опущу немножко. А может и не опускать, может сначала Юпитер снять. Пока штатив задран высоко. Ветер какой-то, представляешь? Ну, что ты сделаешь? Января 2024 год. Убегает. Ну, ветер будет так камеру колебать. По кадру будет дергаться. О, вижу спутники рядышком. Все. Вот это оно. Ребята, ну что ты сделаешь?
хочется аж и экваториальные полосы снять, и спутнички. Вот. Хотя бы несколько секунд. Ветер, ничего не сделаю, это не я. Значит, первый спутник это у нас Ио, потом идет... Нет, первый Ганимед, потом Ио, и за Юпитером уже Европа после задних. Все. Пошли к Луне. Сейчас я опущу штативчик и сниму, как Луна готовится к завтрашнему полнолунию. Сейчас я, наверное, отдельно еще время выделю. Выдержка была 1 к 30, 1 к 200. Хороший русский каждый 200-й. Как говорят, у меня в подразделении. О, ляпочка. Да, ну, к сожалению, ветер даже на таком штативе в самом низу. Ну, ничего. И на том спасибо матушке природе. Позволил нам чуть-чуть поснимать. Вот у нас линия терминатора. Вот все, оставил. 24 января 2024 год. Запорожская.